Ну что ж, и такое бывает. Пассажир авиарейса Москва-Барселона решил собственными силами успокоить молодого человека, который неожиданно начал оскорблять людей на борту. И вот этим молодым человеком оказался Виталий из Санкт-Петербурга, ему 22 года. Он встал со своего места и стал выкрикивать «не хочу повторять что», ну и получил ответку от другого пассажира по лицу кулаком. В принципе, этот удар был вынужден, так как молодой человек не унимался, и после этого он просто свалился на свое кресло и уснул. Люди этот поступок одобрили и хлопали на ура, можно сказать, приняли этот удар. Говно! Вот реально, самое говно — это русские люди. Мне вот интересна реакция общества на вот это видео. Люди просто-напросто пишут в комментариях, что почему он не ударил второй раз, почему сильный удар не был. Неужели наше общество настолько ожесточилось? Это же молодой парень, ну мало ли, что он там выкрикивает какие-то глупости. Ну и для него это будет уроком, он получил по своей харе, можно сказать. Вообще, вот мне интересно, а что думаете вы по этому поводу? Может быть, можно было ограничиться внушением, словами, а не бить его по лицу? Но так или иначе, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно почитать, послушать. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.